На площі Героїв Майдану проходить виставка тюнінгованих авто «Дніпр Фаст Карс». Глядачам представлено близько 50 машин різних марок. Ви не по драгрейсингу, не проходило у нас раніше на набережной, а в этом году, к сожалению, с определенных, так сказать, моментов... Идем на центр. Давай расскажешь про этот автомобиль. Сколько лавет ты... Ой, нельзя, да? Ладно, давай расскажешь про свой автомобиль. Что и как? Я думаю, всем будет интересно. BMW M3 800 плюс-минус. Скорее всего, плюс, но пока процесс настройки, так сказать, в режиме ожидания.
это легенда, Джип СРТ. Вася, ваша бурная ваша. Это та дама, которая ездит, наверное, круче многих мужчин. Видишь, вот эти аплодисменты мужчины хлопают тебе. Сколько лошадиных сил? Белый, я не вижу. Наш ведущий сегодня обманывает вас всех. Скажи, сколько сил, у меня машина, я не пью. Смотрите, а мужчины фоткают не машину, прикинь. Что самое интересное, Маша. Вот, смотри, Маш, тебя уже и дамы фоткают. Маша, ты что, ты тут натворила, конечно, кипиш. Все, уезжай, Маша, хватит. Любимую марку, это, конечно же, Субару. Такое чувство, что она... Такое чувство, что Маша едет из травмата, блядь, марки. Аккуратно, Денис не очень хорошо ездит.